Всем привет! Хочу оставить свой видеоотзыв о своем новом гель-лаке Softouch от Naomi. Это бархатистый двухфазный гель-лак. С ним не нужно использовать топ. Он красивого бархатного эффекта получается. И сейчас я покажу, как он ведет себя в работе. Я его уже пробовала на своих ногтиках. Вот такого он красиво красного кораллового цвета. У него укороченная кисть. На ногти я наносила его без подложки. На сайте прописано, что нужно использовать подложку того же оттенка. И мы сейчас попробуем посмотреть, как он будет с подложкой и без подложки. На самом деле на ногтях он выглядит намного ярче, чем на типсе. Если без подложки на ногти, я наносила его без подложки. С подложкой. Первый слой надо будет однозначно полосить. И он такой будет еле заметный. Еле заметный, полупрозрачный. Сушу я в LED-лампе 30 секунд, мощностью 9 Вт. Тридцать секунд прошло, и вот так вот выглядит. Это вот так вот он выглядит на подложке красного цвета. Вот так вот он выглядит в один слой без подложки. У меня есть подготовленные типсы в один слой и в два слоя. Вот, вернее, в два и в три. Здесь вот он в два слоя. И вот так вот он выглядит в три слоя. Если без подложки, то нужно три слоя его наносить. Кстати, вот если сравнивать этот видео, возможно, не передает, в принципе, оно не передает, то этот цвет без подложки, который он красивее, он такой ярко-кораллово-красного цвета, а этот более такой приглушенный красный. Поэтому мне нравится он больше без подложки. И на ногтях он, то есть уже в два слоя выглядит ярче, чем на типсе. Сейчас я покажу, как он еще раз выглядит. Повторю, что он без липкого слоя и топ не нужен. Носится он замечательно, несмотря на то, что у него нет топа. Я очень переживала, что будет плохо носиться. Нет, носится так же самое, как и обычные гель-лаки. И, кстати, бывает в матовые топы так как бы въедается какая-то грязь, да? То здесь она слишком не въедается, а если въедается, то можно полностью взять зубной щеточкой и мылом, просто их почистить, и проблем никаких не будет. Я рекомендую. У него очень классная, если так вот попробовать пальчиками, такая бархатистая текстура, и выглядит он как бархатный. Я вам рекомендую его попробовать. Надеюсь, мое видео было полезным и помогло вам сделать свой выбор. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!